Начинаем. Я Давыдова Антонина Сергеевна, мне 77 лет. Вот, я уже древняя старуха, проработала сколько, в колхозе сколько проработала. Вот живу одна, воды нету. Как борьба эта, вот сегодня 21 декабря 2020 года, вот воды, пожалуйста, нет. И так бывает. Уже целый месяц. Один раз дадут, неделю нету. Один раз дадут, неделю нету. Это что такое? Мы вообще живем без воды. Сколько ж можно издеваться с людей? Оплатим полностью за целый месяц. Сказали, не будете платить, мы будем вам воду отключать. Так а за что мы должны платить? Воды-то нету. За что мы должны платить?